Следующий доклад Александр Олегович Дебитов. Федеральный медицинский исследовательский центр. Педиатрия, онкология и медицина. Ну, название вы видите. Коллеги, дамы и господа, прежде всего я хотел бы выразить огромную благодарность организаторам за возможность выступления и персональную благодарность профессору Александру Юрьевичу Егорову, во-первых, за приглашение персональное, а во-вторых, за то, что он в своей блестящей лекции фактически уже ввел нас в проблему, которую я хотел бы с вами сегодня обсудить. В силу эволюционного вектора конференции «Школа» я хотел бы коснуться, потому что проблема очень большая и сложная, популяционного аспекта психических заболеваний. Проблема состоит в том, что вся история человечества связана с тем, что психические нарушения всегда ассоциировались с наследственностью. Вы все это хорошо знаете. Еще в древней Спарте неполноценных детей, это прежде всего были дети с психическими отклонениями, уничтожали и убивали. История 20 века, социал-дарвинизм, скажем так, нацистская версия евгеники, делала практически то же самое. То есть велось физическое уничтожение психически больных людей. Это пример антигуманного, страшного, но естественного отбора, если мы говорим о эволюционной стороне вопроса. Как же обстоит дело с естественным отбором? На самом деле, действительно, большинство пациентов с психическими заболеваниями имеют гораздо более низкие шансы по сравнению со своими здоровыми согражданами передать свои гены будущим поколениям. Причин много, они разные. И несмотря на то, что при множестве психических заболеваний растормаживается функция сексуального контроля, и большинство пациентов, особенно тяжелых, являются гиперсексуальными, тем не менее, об этом заботится и семья, и общество, и медики, и часто сами больные в период ремиссии. Все-таки их шансы дать потомство, то есть передать свои гены с возможными психическими проблемами в будущее, ограничены. Тем не менее, популяционные частоты психических заболеваний стабильны, постоянны, и совершенно не зависит ни от социальных факторов, ни от культурных, ни от войн, ни от революций. И именно этот факт говорит о том, что с одной стороны генетический вклад очень высокий, то есть существует некий генетический процесс, который заставляет психическую патологию воспроизводиться. А с другой стороны возникает крайне сложный вопрос, а нет ли эволюционного смысла в психической патологии? Возможно, этот вопрос, он, конечно же, будет риторическим, вызовет недоумение или какие-то еще другие вопросы. На самом деле мы настолько плохо знаем психическую сферу, мы настолько плохо ориентируемся в возможностях измерения психической сферы, и мы настолько мало знаем о генетике психических заболеваний, что попытка ответить на этот вопрос, на мой взгляд, открывает новые возможности, с одной стороны, для исследований, с другой стороны, для, скажем, выстраивания взвешенного консенсусного мнения в отношении собственно психически больных людей. Здесь нужно четко понимать, что несмотря на стигматизацию этих пациентов и на то, что они часто занимают маргинальное положение в любом обществе, неважно, социалистическом, капиталистическом или там феодальном, нужно четко осознавать, что психические заболевания по своим механизмам, по патогенезу, скорее всего, ничем не отличаются от заболеваний соматических. Если никто из нас не застрахован от онкологического заболевания, от бронхиальной астмы, от эссенциальной гипертонии, также никто из нас, именно по генетическим причинам, возможно, и по эволюционным, не застрахован от психического заболевания. Наши представления о вкладе генетики, этиологии, патогенез психических
заболеваний базируется на достаточно длительном периоде серьезных, качественных, доказательных в последнее время исследований по классической медицинской генетике психических заболеваний. Высокие популяционные частоты, семейная отягощенность, то есть накопление в семье, очень высокий для некоторых форм уровень наследуемости, до 70%. Влияние пола и возраста практически не ощущается. Уровень прямого генетического влияния, немножко другой показатель, доходит до 85%. Конечно же, очевидно, что вклад генетических факторов огромен, но каким же именно образом реализуется генетический риск, каким именно образом происходит преобразование тех изменений в генах, которые передаются по наследству и существуют в популяции, в формирование заболевания, остается на самом деле вопросом неизвестным. Следующим этапом генетических исследований, которые активно начали развиваться, публиковаться, изучаться и, главное, осмысливаться, был период молекулярно-генетических исследований раннего этапа. Так называемые исследования генов кандидатов. Я думаю, что молодые люди это словосочетание хорошо знают. Принцип достаточно простой, но тем не менее продуктивный. Есть всего множество, более 40 тысяч генов человека, о которых мы знаем, об их функциях, выбираются те гены, которые укладываются в ту или иную теорию этиологии или патогенеза. Совершенно разнообразные процессы, начиная от нейромедиации, заканчивая окислительным стрессом, функционированием глии и так далее, и так далее, и тому подобное. Исследования были начаты в активной фазе примерно в самом конце 80-х годов. И вот как бы приговор 2014 года вот в обзорной статье самого авторитетного генетика в области психиатрии Кеннета Кендлера. Ни одна из теорий патогенезов, сформированных за почти 100 лет изучения психических болезней, не подтвердилась в этом типе исследований. Хочу отметить, что этот слайд и следующий касается исследований case control, то есть исследований больших групп пациентов против здоровых людей. Следующий этап. Подход прямо противоположный. Никаких гипотез, никаких предположений, никаких генов-кандидатов. Работает молекулярная генетика, работает мощный статистический анализ, работают приборы, способные к высокопроизводительному секвенированию генома. То есть это как бы новые технологии, пришедшие к нам уже сегодня. А смысл таких исследований, с одной стороны, в том, чтобы действительно проверить валидность всех гипотез, которые были сформированы ранее, в том числе на экспериментальных моделях. С другой стороны, попытаться, и это реально происходит, открыть какие-то генетические локусы, которые ранее вообще не изучались. Одна из проблем, которую этот подход порождает, то, что открываются локусы, то есть появляются, условно говоря, сигналы, в областях, где генов нет, где вообще ничего не происходит с точки зрения наших знаний о нашем с вами геноме. И вот эти находки, с одной стороны, противникам этого подхода дают аргументы для того, чтобы сказать: ребята, ну не надо заниматься полногеномными исследованиями, это просто пустая трата денег. Для других, для сторонников, это возможно сказать наоборот. Это метод, который позволяет открыть то, что мы никогда не открыли в лаборатории и никогда не смогли увидеть в клинике. Тем не менее, вывод по текущему состоянию дел при применении этого подхода точно такой же. Данные разных групп практически не реплицируются, данные конфликтные, и говорить о настоящих находках, которые могли бы быть подтверждены в разных популяциях, разными научными группами, пока что не приходится. Следующий крайне интересный, скажем так, поворот этой темы – это эпигенетика. Я думаю, многие из вас о ней слышали. Хотел бы подчеркнуть, к сожалению, во всем мире, не только в нашей стране, имеется
представление о том, что эпигенетика – это возрождение ламаркизма, что признак приобретенный вдруг волшебным образом мог унаследоваться. Конечно же, это не так. Речь идет всего лишь навсего о том, что огромная машина, обеспечивающая функцию генома, а гены – живые системы, они не могут находиться в вечном покое. Они работают, они откликаются на влияние внешней среды, они откликаются на стрессы, они откликаются на терапию любую. И вот эта огромная машина, обеспечивающая функцию генома, тоже оказалась не просто в фокусе интереса, но и активно изучается. Тем не менее, хотя это направление крайне модное, крайне как бы, вызывающее огромный интерес во всем мире, пока, по крайней мере, данные тоже конфликтные и тоже не реплицируются. Возникают два проклятых вопроса, совершенно естественные в такой сложной области, о которой идет речь. Кто виноват и что делать? Давайте попробуем очень кратко попытаться, если не ответить, то хотя бы увидеть пути к ответам на подобные вопросы. Очень коротко. С точки зрения медицинской генетики, психические заболевания ничем не отличаются от множества других соматических патологий и относятся к обширному классу болезней наследственного предрасположения. Ну, очень кратко, основная парадигма генетики этих заболеваний сводится к тому, что какие-то генетические вариации, в частности генетические полиморфизмы во всех их проявлениях, могут лежать в основе разного уровня генетического риска развития этих заболеваний. Генов этих множество, они как-то взаимодействуют, как-то проявляются, либо не проявляются. И вот такая парадигма очень хорошо соответствует биопсихосоциальной модели этиологии патогенеза, о которой уже начинал говорить Алексей Юрьевич, о ней нельзя не говорить, потому что модель, которая объясняет, если не результат, то, по крайней мере, дает объяснение возможным подходом к тому, как проанализировать болезни наследственного предрасположения. А что такое предрасположенность? Можно давать достаточно много определений. Вот одно из узких, наиболее удобных, что это комплекс генетически обусловленных особенностей, благодаря которым при совместном действии факторов этиологии патогенеза заболевание развивается быстро, протекает злокачественно и имеет достаточно негативный прогноз. Мультифакториальный характер. Безусловно, какие-то отдельные факторы не могут увеличивать риск заболевания, не могут его провоцировать и не могут являться единственной основой. Конечно же, нельзя говорить о менделевских законах, коли это полигенная модель, и абсолютно катастрофическая ситуация с представлениями о генотипе и, соответственно, о фенотипе заболевания. Если мы договариваемся, что в основе генетического риска лежат множественные изменения множества генов, то, конечно же, генотип будет крайне сложный и, скорее всего, отличаться для разных нозологий или клинических вариантов. С другой стороны, фенотип, а это прежде всего клиническая диагностика и возможности его количественной оценки, тоже представляет собой достаточно плохо осознаваемый конгломерат различных признаков, начиная от мнения отдельного врача и кончая современными системами классификации. Три домена. Биологические факторы или биологический домен, личностный домен и социум, социальный домен. А наиболее важное в этой схеме, недаром она тут нарисована, то, что это змея, пожирающая свой хвост. А критической методологической ошибкой являлось бы представление о том, что какой-то фактор более важен, чем другой. Разъять это единство на самом деле абсолютно невозможно. Каждый из доменов влияет друг на друга. И каждый из доменов в разной пропорции у одного, у определенного конкретного человека имеет свое значение и влияет на уровень риска. С точки зрения генетического анализа, как нам понимать вот этот биопсихосоциальный подход, который крайне любят клиницисты, очень любят психологи и не очень любят биологи? В чем тут генетика? Может ли она влиять на
то, как эта модель работает и как она будет реализована у каждого конкретного человека. Тут я хотел бы немножко отступить в сторону и прокомментировать знаменитую, даже не знаю, как это назвать, задачу или там вопрос, который обычно задают, когда что-то происходит плохое с человеком. Кто виноват, семья или школа? Наследственность или среда? Старый вопрос, он уже почти перешел в разряд, ну, скажем так, бородатых шуток. И тем не менее, огромное количество серьезных ученых до сих пор позволяет себе утверждать, что нет, биология ни при чем, виновата среда, либо наоборот, только биология и никакой среды. Или только личность, но все остальные домены ни при чем. Я хочу на этом остановиться именно потому, что генетический контроль не ограничен биологическим доменом. Сейчас чуть более подробно об этом расскажу, но это очень важно понять, и здесь нет никакого противоречия на самом деле. Ну, биологический домен наиболее близкий, я думаю, для вас. Он многообразен, он сложен, ну, конечно же, иерархичен. Здесь названы очень, как бы, такие грубые, большие градации. Тем не менее, генетический контроль максимален, огромен и составляет порядка 90%. Что неудивительно, потому как все элементы биологического домена крайне близко в функциональном смысле расположены геном. И сами гены, и сам геном, и сам эпигенетический аппарат, конечно же, тоже могут считаться элементами биологического домена. Личностный домен. Вот если по биологическим факторам обычно никогда возражений не бывает, то в отношении личностного домена уже начинаются вопросы. Неужели вы хотите сказать, что гены контролируют мой темперамент, мою личность, не знаю, мою успеваемость в школе и так далее и тому подобное. И в конечном итоге, там, не знаю, мои романтические отношения с партнером. Да, контролируют. Данные, которые здесь представлены, до 60% уровня генетического контроля, это данные смежной области генетики личности. Это не медицинские исследования. Это исследование то, каким образом генетика контролирует характер, личность, темперамент человека. И заказчиками этих исследований в основном являются либо социологические компании, либо, как правило, HR-агентства, то есть люди, профессионально занимающиеся большим бизнесом по подбору персонала. Это совершенно понятно, потому что лучше провести скрининг тысячи, условно говоря, будущих работников через генетический тест, нежели иметь потом серьезные проблемы с этими работниками. Социальный домен. Вот здесь всегда возникает полное, ну, первичное полное отторжение. Не может социальный домен, по определению, не может иметь генетический контроль. Может. Только в данном случае речь идет не о контроле домена, а о генетическом контроле социального функционирования, социальной адаптации и, что главное, процесса социализации и индивидуальной реакции на стрессоры. Для психической сферы в целом уровень стрессорного реагирования, уровень ответа на стрессоры является крайне важным, как бы, ключевым моментом. И здесь, несмотря на то, что мы говорим о социальном домене, личностный домен тоже важен и биологический тоже важен. Конечно же, уровень генетического контроля обосредуется в данном случае через прочие домены, и максимальная его оценка не превышает 30%. Тем не менее, если мы возьмем модель в целом, рассмотрим ее как комплексную систему, где нельзя разъять на части, а имеет смысл только суммарная оценка функциональности, получается, что генетическое влияние крайне важно. Крайне серьезно. Генетический риск. Вот я уже начал о нем говорить. Что это такое? Это тоже такая парадигмальная установка для того, чтобы можно было бы концептуализировать некие представления, с которыми удобно работать и которые хорошо объясняют многие процессы. Условно говоря, это вероятность развития заболевания любого, речь идет о болезни предрасположения вообще,
обусловлены только исключительно генетическим причинам. Вот одно из очень удобных, хороших определений. А интерпретация, ну я не знаю, она больше клинического свойства, можно рассматривать с двух сторон интерпретацию. Если речь идет о профилактике, то есть больной еще не больной, это здоровый человек, но если у него, условно говоря, высокий риск того или иного заболевания, то понятно, что именно он попадает в группу, где профилактические мероприятия крайне нужны и, более того, могут изменить судьбу человека. Для тех, кто уже заболел, понятие генетического риска очень удобны и эффективны в терапии и реабилитации пациента. Что такое генетический риск в популяционном понимании? Скорее всего, это некий спектр, возможно, он для каждого заболевания имеет свою форму, свои параметры. И если это спектр, то имеются минимальные значения, максимальные. Хорошо, надо понимать то, что не бывает нулевого риска. То есть не бывает ситуации, когда человек ни при каких обстоятельствах не заболеет. И не бывает стопроцентного риска. Обратная ситуация, генетическое детерминирование, когда человек заболеет в любом случае, независимо ни от чего, в том числе от своей воли. Надо сказать, что для большинства соматических болезней наследственных предрасположений выявлены или активно выявляются наследственные формы. Ситуация психиатрии абсолютно обратная, поскольку мне известно, более-менее описана и неплохо валидизирована наследственная форма паркинсонизма. Не более того, о наследственной шизофрении никто не говорит, о наследственном алкоголизме тоже пока никто не говорит. Тем не менее, в рамках вот этой парадигмы наследственные формы, наиболее тяжелые, быстро манифестирующие, практически не поддающиеся терапии, скорее всего, находятся в том конце спектра генетического риска, где значение генетического риска максимально. Что же происходит дальше? Есть у человека определенный, заложенный при зачатии уровень генетического риска того или иного заболевания, допустим, психического. Риск – это все-таки вероятность. Событие либо произойдет, либо не произойдет. А если произойдет, то при каких условиях? И в этом случае, скорее всего, в рамках биопсихосоциальной модели личностный и социальный домен начинают работать в качестве модификаторов и триггеров риска. Условно говоря, если генетический риск заболевания высокий, то влияние остальных факторов либо вовсе не нужно, либо оно минимальное или носит какой-то случайный совершенно характер. Противоположная ситуация, если риск низкий, то возможно влияние прочих факторов личностного и социального домена должны быть не просто серьезными, они, видимо, должны быть длительными, специфичными, и в конечном итоге заболевание должно развиться, несмотря на низкий генетический риск. Ну, опять же, парадигмальная такая установка о том, что у школе есть генетический полиморфизм. Все мы с вами достаточно серьезно отличаемся друг от друга генетически. То, возможно, в основе уровней, разного уровня риска одного и того же заболевания у разных людей могут лежать как раз вот генетические полиморфизмы, различные их сочетания, взаимовлияния и так далее и тому подобное. Если вдруг нам удастся выявить и валидизировать такие варианты, скорее всего, систему таких полиморфизмов, и мы докажем, что она действительно обладает чувствительностью и специфичностью в отношении диагноза того или иного заболевания, то это будет замечательная штука, то есть генетический тест, оценивающий генетический риск того или иного заболевания. Давайте продолжим расследование. Кто же виноват? Первый кандидат на виновника – это фенотип. И вот здесь мы сразу же подтверждаем его вину. Мы прекрасно понимаем, что в психиатрии мы не имеем ни одного валидного лабораторного показателя или инструментального теста для количественного подхода к построению фенотипа. Это действительно так, и вряд ли в ближайшее время эта проблема будет преодолена. А как быть с этим? Как уйти от построения групп сравнения, соответственно,
от возможностей количественного анализа групп, выстроенных только на основе классификатора типа МКБ или ДСМ, либо, что еще страшнее, на основе индивидуального опыта и как бы представлений определенных, конкретных, совершенно разных врачей. Один из вариантов выхода из этой ситуации – это специфические, более узкие клинические фенотипы или субфенотипы. Вот по результатам одного из достаточно свежих исследований генетический анализ признаков заболевания по самому знаменитому американскому классификатору DSM-4 обнаружил, что разные генетические кластеры, связанные с разными признаками одного и того же заболевания. Условно говоря, диагноз, выставленный по DSM, подразумевает собой комплексную, индивидуальную, необъективную оценку генетического влияния на совершенно разные фасетки одного и того же клинического состояния. Можно ли построить субфенотипы? Да, скорее всего, можно. Если мы говорим о том, что генетический риск популяции – это спектральный некий феномен, то здесь для нас, с точки зрения диагностики, лучше всего будет, наверное, не категориальный подход, а подход континуальный, который также рассматривает состояние здоровья и болезни в качестве спектрального феномена. Еще одна возможность – это дименсиональный подход, когда взамен просто категории параноидальной шизофрении речь идет о деменциях, разных измерениях с помощью разных инструментов клинических, часто нейрофизиологических, вот того клинического состояния, в котором находится в данный момент пациент. Еще одна возможность, и, пожалуй, наиболее интересная, наиболее перспективная, это эндофенотипы. Я думаю, вы тоже слышали об этой концепции. Она достаточно молодая, активно сейчас развивается. Что такое эндофенотип? Это попытка уйти, опять же, от клинической диагностики и немножко опуститься на функциональный уровень максимально близко к генам и попытаться поймать некие биомаркеры, которые могли бы позволить построить исследование, не акцентируясь на клиническом диагнозе. Важнейшие критерии, на самом деле их 8 или 10, и практически психиатрия, по-моему, еще ни один из кандидатов на эндофенотипы не получил всемирного признания. Тем не менее, самое важное, этот биомаркер должен иметь связь с этиологией патогенезом, либо вообще принимать прямое участие в этих механизмах. Он должен быть наследуемым, и, что самое важное, он должен быть независимым от клинического статуса, то есть выявляться либо у пациента до заболевания, либо у пациента во время заболевания, а также в ремиссии, либо у его ближайших кровных родственников. Подход очень полезен, очень интересен. Активно говорится о том, что надо использовать вообще протеомные и транскриптомные параметры для построения эндофенотипов. Однако пока что вот ни одного такого вот явного и всеми признанного эндофенотипа не обнаружено. Следующий виновник – генотип. Казалось бы, немножко проще. Все-таки гены мы можем достаточно успешно и быстро секвенировать, геномы, мы можем понять, что происходит в геноме каждого из нас. Тем не менее, опять же, данные классической генетики о том, какой уровень генетического контроля имеют разные психиатрические нозологии. Максимальный уровень имеет биполярное аффективное расстройство, доходящее до 85%. Аутсайдером является генерализованное тревожное расстройство – 28%. Но важно не то, что у каждой нозологической формы свой уровень генетического контроля. Важно то, что никакой связи этот генетический контроль не имеет ни с классификацией психиатрической, ни с выявляемостью, ни с отнесением либо к болезням зависимости, к большой психиатрии, либо к пограничным формам. Кроме этого, существует очень высокий, до 80%, уровень генетической корреляции между разными психическими заболеваниями. Этот показатель говорит о том, какая доля общего генетического влияния имеется у пациентов с разной, с точки зрения клинициста-психиатра, нозологией.
Если 80% одинаковых генов отвечают за разную нозологию, то возникает простой вопрос, а является ли эта нозология разной? Одним из подходов, ну, первично эти данные были представлены для шизофрении, это попытка выделения геномных заболеваний. Это прекрасный подход, назвать неизвестное что-то вот таким хорошим словом. На самом деле это продуктивно. Геномные заболевания – это заболевания, которые не просто опираются на различные варианты генома, но и опосредуются этими геномными изменениями. И значит, если авторы правы, а это все-таки журнал Nature, и терапия должна опираться на генетическую диагностику. Еще одна проблема, касающаяся также генотипа. Это значительный перекресток заболеваний. Вот о коморбидности Алексей Юрьевич нам сегодня уже рассказывал. Имеется серьезный уровень коморбидности психических заболеваний, прежде всего депрессии, с огромным количеством соматических заболеваний. Но ставит вопрос, и этот вопрос актуален, а не существует ли генетической коморбидности? Когда у одного и того же человека два серьезных заболевания, одно из них психическое, другое тяжелое соматическое, возникают не потому, что он вел плохой образ жизни, а потому что у него генетические риски двух заболеваний близки. А если мы посмотрим на 80% общих генов, то может быть это один и тот же риск по-разному проявляется. Ну и наконец, самый любимый виновник. Во всем виновата, конечно же, среда. Среда влияет на все. Без среды мы никогда не увидели бы фенотипа, мы изучали бы только генотип в безвоздушном пространстве. Тем не менее, опять же, по аналогии вот с геномными заболеваниями, термин, объясняющий все, предложен термин environment. Еще одна из омик, после геномики, протеомики, транскриптомики, метаболомики и так далее, и так далее, и так далее, предложен вот такой термин. К сожалению, авторы пока не разработали методики оценки влияния среды как целостного объекта. Что делать? Скорее всего, делать надо ровно то, что подсказывает простая, понятная логика. Нужно сравнивать близкие переменные с близкими переменными. Если мы говорим о генетическом риске, как о спектральном феномене, то, конечно же, лучше опираться на континуальную и дименсиональную диагностику. Если нам трудно, плохо, а скорее всего скоро, наверное, и запретят работать, потому что Национальный институт психического здоровья Соединенных Штатов активно продвигает концепцию RDOP, вы, наверное, слышали, которая должна полностью опираться на эндофенотипы, с тем, чтобы практически врачи забыли о клинической диагностике вообще. Ну и, конечно же, максимальное количество доказательного дизайна, максимальное количество измеряемых показателей, большие исследования. Кстати, в России национальных исследований в этой области пока нет, над этим надо работать и думать. Большое спасибо. Спасибо большое. Вопросы? Сейчас, секундочку, это коллеги. Хорошо, коллеги думают, а пока... Ну, я отвечу тоже. Спасибо большое. Значит, у меня такой вопрос, может быть, он совершенно школьный, и он до сих пор я не понимаю, почему так произошло. Действительно, во времена Третьего Рейха был уничтожен существенный процент больных психической патологией. Но вместе с тем известно, что к 50-му году в Федеративной Республике Германии процент шизофреников был один, количество даунов было то же, что и до 33-го года. То есть все это вернулось. Как? Как тогда быть с генетическим фактором? Как тогда быть с наследственным? Все-таки реально же, ну, по идее, вот это давление генетическое должно было ослабнуть. Я имею в виду, ну, действительно, цифры есть. А вопрос? Вопрос в том, почему так произошло? Почему все вернулось на круги своя через 5 лет уже? Ну, просто до этого, с 45 по 50 не было таких исследований. А в 50-м были первые, показали все то же самое. Как будто ничего не было. На самом деле, да, спасибо. Я не хотел бы в эту тему глубоко углубляться, но вы меня вынуждаете. На самом деле, вот здесь и заключается крайне важный, на мой взгляд, все-таки
парадокс эволюционного характера. Если есть заболевание, носители которого быстро умирают, классическая теория эволюции говорит, да, у них меньше шансов. Их генетический вариант рано или поздно не исчезнут совсем, но их доля популяции уменьшится. Так должно было бы произойти. Этого не произошло. Ну, на том примере, о котором вы говорили, это действительно была трагедия. И действительно была государственная политика, молодые люди, может быть, этого не помнят и не знают. Была государственная политика по физическому уничтожению всех неполноценных. Неполноценные на первом месте психическая патология, на втором алкоголизм, дальше там росло, проституция и все остальное. То есть все пороки человечества. На первом месте психическая неполноценность. Их уничтожают в одной маленькой, сравнительно маленькой стране Европы. Сейчас, секунду. Политика продолжалась вот ровно те годы, пока у власти были нацисты. Вы хотите дополнить, поправить, опровергнуть? Вы знаете, да, я бы хотела комментарий, поскольку у меня был эпизод, когда я этим вопросом заинтересовалась, к сожалению, не очень глубоко. Но вы не совсем правы. Евгеника, это все-таки где-то, вот когда она расцвела, это начало 20 века. И это стерилизация больных, психически больных в Скандинавии, законодательно. Аналогичная ситуация в Америке, очень близкая. Понимаете, это носило вообще массовый характер в развитых странах. Да, их не уничтожали, но препятствовали, как раз поставив генетический заслон. Причем это ведь сделано было не, даже не из жестокости, а именно из желания улучшить состояние общества. Это один комментарий. То есть это носило довольно массовый характер. И теперь второй комментарий. Давайте вспомним послевоенную Европу. Вы сейчас говорили о тех факторах, которые способствуют. Но извините, это вот как раз голодающие матери, послевоенный период, которые начинают рожать, воспроизводить потомство с проблемами, потому что они голодают, у них стрессы, у них заболеваний масса, связанных просто с низким уровнем жизни. Поэтому, если уж мы говорим, как да, в науке, что это своего рода эксперимент, то это далеко не чистый эксперимент, потому что нужно учитывать огромное количество привнесенных факторов. И потом, извините, в военное время это колоссальная миграция. Завозились русские в Германию массово. Да? И вывозились цыгане, евреи и так далее. То есть миграционный фактор в Европе был огромным во время войны. Поэтому здесь говорить только об одном единственном факторе, наверное, будет неправомерно. Дополню. Я не говорил о том, что евгеника – это единственный эксперимент нацистской Германии. Мы все хорошо знаем, кто интересуется этой проблемой, что евгенические исследования, а потом перешедшие в практику, это 20-е годы кольцо прошлого века. Кстати, отечественная генетика внесла огромный научный и практический вклад. Об этом мы не будем говорить, что было с генетикой в СССР. Это другая история. Я хотел подчеркнуть, что ситуация искусственной селекции, связанная не просто с невозможностью продолжения рода, а с физическим уничтожением, на самом деле не изменила частотных характеристик заболевания популяции. Когда вы говорите о том, что были миграционные процессы, мне хочется вас спросить, то есть шизофрению в Германию вернули мигранты? Или дети, рожденные во время войны и сразу после, это потенциальные шизофреники, потому что они не доедали? Нет. Это не так. Нет, вы немножечко упрощаете ситуацию. Понимаете, когда вы говорите о популяции, то это справедливо в том случае, если эта популяция закрытая. А в том случае, когда миграционные потоки большие, и на смену одних приходят другие, причем генетически существенные, ведь славян было много свезено, и многие из них осели там. То есть они виноваты. А отсюда они не виноваты. Но если мы говорим, что во всех странах процент примерно близкий,
И если уровень миграции высокий, это означает просто воспроизведение вот этого мультифакторного, этого фактора, который мультигенный, извините. Тут трудно говорить о том, что единственный фактор был проверен и он не сработал. Это первое. Второе, если вы сами очень хорошо говорили о том, что вероятность риска разная. И вероятность риска обусловлена социальным фактором. Но, извините, была масса как раз социальных факторов и факторов, скажем так, экологического порядка, связанных просто с резким снижением уровня жизни, ухудшением условий жизни, которые при прочих равных, или чуть даже, может быть, вероятность ниже была, могли привести к тому, что результат получился практически тот. Я с вами не согласен по всем поводам. Во-первых, говоря о популяции, мы не имеем в виду генетический изолятор, совершенно разные модели, процессы очень различаются. Во-вторых, никто и нигде не показал, что психические заболевания, такие как шизофрения в частности, являются результатом алиментарного фактора или проблем, которые испытывает плод в чреве матери. Это не так. Так, может быть, у нас есть и по другим, так сказать, положениям доклад. Да, пожалуйста. Да, меня зовут Денис. Это вопрос такой. Вот вы сказали, что очень высокий показатель на наследуемости многих там заболеваний, ну, некоторых, по крайней мере. С другой стороны, не найдены биомаркеры, там, по эпигенетике противоречивые данные. Вот вопрос такой. С чем вы связываете то, что показатель наследуемости высокий, а вот не найдены до сих пор биомаркеры и... Это связано с тем, именно что не там ищут, то есть, или с чем-то еще? И вообще, какой ваш прогноз, вот как будет дальше развиваться этот поиск? Или какие-то предложения у вас, может быть, есть? Это серьезный вопрос. Проблема в чем? Классическая генетика анализирует достаточно сильные, мощные процессы, которые достаточно грубо описываются. Были ли у вас в семье пациенты с тем-то и с тем-то, и с тем-то заболевали? Правильно? Дальше делается близнецовое исследование или семейное, или исследование приемных детей, что дает возможность оценить вклад той самой наследственности и среды отдельно. Этот метод выявил, что в общем и целом генетическое влияние очень существенно. Но попытка пойти дальше привела к тому, что материальных субстратов этого влияния настолько много, и они настолько сложные, что разобраться в этом, вот при таком подходе пациенты здоровые практически невозможно. Поэтому и придумываются разные обходные пути, эндофенотипы, субфенотипы, эпигенетические модели, полногеномное секвенирование. Это одна сторона. Вторая сторона, что когда ставится диагноз, этого недостаточно для исследований типа, например, полногеномного секвенирования. Уж слишком все сложно. Не надо думать, что эти проблемы только в психиатрии. Но в психиатрии они умножены на несколько порядков, потому что у нас нет лабораторной диагностики. У нас вообще спорная диагностика. Многие отрицают, да, психическую патологию, особенно сами психические больные. И проблем достаточно много. Если мой прогноз такой, что, скорее всего, будут найдены хорошие работающие эндофенотипы, вокруг которых, как вокруг точек кристаллизации в растворе, начнется формирование понятных кластеров. Но это, видимо, будет означать конец клинической психиатрии с точки зрения диагностики, синдромологии и так далее и тому подобное. Ну, это мой проект. Спасибо. Есть ли еще вопросы к Александру Юрьевичу? Да, пожалуйста. Такой момент. В последние годы, благодаря прогрессу геномных технологий, начала бурно развиваться такая область, как метагеномика. И в частности, исследование симбиотической микробиоты человека и, в частности, корреляции ее состава с различными заболеваниями, в том числе психическими и неврологическими. Вот. И с одной стороны, вроде бы симбионты — это часть окружающей среды, то есть средовое влияние. С другой стороны, к ним применимы, собственно, методы генетического анализа, потому что, например, речь может идти о каких-то конкретных штаммах с определенными биохимическими особенностями, которые контролируются геном. Вот какова сейчас, не знаю, точка зрения на вот эту проблему? Вы имеете в виду точку зрения как на методологию или на попытку извлечения с помощью этой методологии какого-то смысла? Это два разных вопроса. В
Как методология я готов согласиться, да. Наша микробиота, она неотделима от нас, как от биологического объекта. Естественно, поиск каких-то связей, совершенно непонятно, кстати, да, между заболеванием или там, эффектом терапии и состоянием микробиоты, исследований много, это правда. Возможно, они имеют смысл. Такой методологический. Найти какой-то такой маркер восьмого уровня, который поможет врачу, да, если он возьмет за скоб условно, отдаст на генетическое исследование, и он скажет, что там какие-то бактерии, у них что-то там барахлит, поэтому, извините, у вас нет шизофрении, идите, дорогой, в армию спокойно. Вот возможно. Но вот смыслового я вот не ощущаю.